Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 36, упражнение номер 19. В этом упражнении мы должны решить задачу. В школьном музее боевой славы 312 экспонатов. Две трети части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики. Сколько экспонатов собрали ученики? Итак, в школьном музее 312 экспонатов всего. Две трети этих экспонатов подарили музею ветераны. Можем узнать, сколько экспонатов подарили музею ветераны. Две трети. Чтобы узнать, сколько это, нужно разделить сначала на 3, то есть узнать, сколько составляет одна часть, и умножить на 2. 312 делим на 3. 300 на 3 – это 100, 12 на 3 – 4. Теперь 104 умножим на 2. 100 на 2 – 200, 4 на 2 – 8. 208 экспонатов подарили музею ветераны. А остальные собрали ученики, то есть всего 312 экспонатов, среди них 208 подарили ветераны. Чтобы узнать, сколько собрали ученики, нужно из общего количества вычесть те экспонаты, которые подарили ветераны. Останутся экспонаты, подаренные учениками. 312 минус 280, 300 минус 200 – это 100, 12 минус 8 – 4, 104 экспоната собрали ученики. У нас стоял вопрос, сколько экспонатов собрали ученики. 104 экспоната собрали ученики. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.